пишем. Якубо Фане, лучший игрок сегодняшнего матча, забил 4 мяча. Поздравляю с победой. Спасибо. Как вообще это у тебя получилось сегодня, на твой взгляд? Ну, сегодня моменты были, ну, как я обещал тренерам, я хотел 3 забивать, но я больше забил. Я рад за это. Что можешь сказать о сопернике? Ну, соперник — хорошая команда, неплохая. Игра была, ну, не трудная, но хорошая команда, я думаю. А почему, ну, вот хорошая команда, но вот почему так все не получилось? Ну, сегодня мы как мы решили сегодня выигрывать обязательно. Нам надо было, потому что мы пришли, ну, мы приехали за победу. Отмечать будете сегодня как? Нет, пока нет. Пока нет. Это зависит от завтрашней игры. Какой план, как думаешь, на завтрашнюю игру? Ну, завтра, как сегодня, надо выигрывать завтра. Я забрал все, что там есть. Надо выиграть завтра. Это победу мы хотим. Все, поздравляю с победой. Спасибо. Желаю удачи. Спасибо большое.